Всем привет! Всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. Всех приветствую из Германии. Если честно, даже не знаю, с чего начать такое видео. Но начну как есть. Мы все заболели. Всей семьей, кроме Софики. Все остальные это папа, наш папа Игорь, Данил и я. Все лежим пластом с высокой температурой. Действительно с высокой. Она поднимается аж до 40, что у меня, что у Игоря, что у Данила. И ломает все тело, кости прям ломает. Какой-то вирус, видимо, ходит, я не знаю. Я не припоминаю, чтобы мы вот так вот сильно болели. Вообще все началось уже со среды. А что у нас сегодня? У нас сегодня суббота, предпоследний день в этом году, да, заканчивается год. Все уже ходят, суетятся, встречать Новый год. А мы, к сожалению, в таком состоянии, что самое обидное, наверное, я даже не смогу приготовить праздничный стол. Ну, может быть, соберу себя в кулак, что-нибудь да получится у меня приготовить вкусненькое. Но вообще сил, конечно, ни на что не хватает, только лежать, лежать. Очень ломает все тело, очень, очень прям ломает. Обычно я не люблю такое состояние, я хоть и болею, я всегда что-то там стараюсь делать, я не люблю вот так вот лежать, хотя это надо, надо делу дать отдохнуть, чтобы оно легче восстановилось. Но в этот раз вообще нет выбора, выбора нет. Но, кстати, у нас Игорь вообще, я в шоке от него. У него много дел накопилось в гараже во время ремонта в доме. И вот он эти дела свои хочет закончить до Нового года. И прям вот пьет прям горстями ибупрофен и идет в гараж, чтобы доделать свои дела. Представляете, я в шоке, конечно, от него. Как у него так это получается, я вообще в шоке. Вот. Мы получили пару сообщений. Эй, куда вы, дочки, матери, пропали? Что-то нет у вас влогов. Где ваши влоги? Ну, влогов не будет. Так назову это видео, скорее всего. Влогов не будет, это точно, пока мы не выздоровеем. Если честно, вообще нет сил ни снимать, ни монтировать тем более. А монтировать есть что? Мама сейчас в Москве. И была она в визовом центре. Это было очень проблемно. Есть что рассказать. Я здесь бегала вот так вот по страховым. Есть что действительно рассказать. Поменялось много правил в приемной, в списке документов. Да, есть что рассказать. Расскажем во влогах обязательно. А влогов в этом году уже не будет. И поэтому хочу в этом видео вас поздравить с наступающим Новым годом. Всем желаю исполнения желаний, которые вы загадаете в бой курантов. Конечно же, всем здоровья, всем уюта в доме и благополучия. Наступающий год – год кармы. Многие боятся наступления этого года, многие ждут, кто как себя вел в течение жизни, да? То есть год кармы расставит все по своим местам, и каждый получит по заслугам. Кто людей обижал делом или словом, не обессудьте. А кто никого не обижает ни словом, ни делом, живет своей жизнью, никому и не, ему нет до дела до чужой жизни, ничего плохого не сотворил, карма вернет вам только добром и позитивом. Все вам вернется. Поэтому давайте никому не делать зла. Бумеранг – дело такое. Еще раз вас поздравляю. Всем добра и мира. И всем пока-пока. Встретимся в следующем году. Поговорим во влоге. И про визы, и про визовый центр, и документы эти. И мама вам Москву покажет, какая она там красавица, наряженная Москва. Кстати, нам зрительно написала: «Гузель, а я вас видела во влоге у другого блогера». Представляете, как тесен мир. Действительно, я посмотрела этот влог. Канал называется «Саша Таня Лайф». Они сейчас в Москве отдыхают. И в одном из влогов, последний он у них сейчас, моя мама там на Красной площади прям проходит. Где-то там секунд 5 ее четко видно в этом влоге. Представляете, как бывает в этой жизни. Тесен мир.
Все, ребятки, у меня уже сил нет тут сидеть. Иду на диван. Всем добра и мира, и всем пока.